Здравствуйте! Сегодня суббота, 22 октября 2016 года. Краткий обзор делаю по винограднику и в том числе по прошлогодней осенней прививке, которую я делал во второй половине, даже после 15, если не ошибаюсь, октября. Это регион Черноземья, Воронежская область. И мы вот сейчас увидим, как эта прививка прижилась или не прижилась, и что с ней произошло за целый период летнего роста. Вот как мы увидим, вот эта прививочка. Это кишмыш лучистый. Делал я штамп прививку, как обычно все делают. Расщеп делал. Два черенка. Черенки обязательно надо запарафинивать. Концы глины обмазал все это дело. И утеплял. Как мы видим, утепленный у меня короб. Не так, как много песок закрывать или бутылкой пластиковой или еще чем-нибудь. Нет. Вот так лучший способ. Оно не промерзало меня. Я даже вот удивился, что когда вот Лидия рядом, Лидия розовая, еще не было зеленых побегов, ничего, только-только начали почки двигаться, а здесь тоже они почки пошли в рост ничуть не позже, чем на Лидии розовой. Утепление вот таким способом, оно лучше. Но пенопласт, он, конечно, хрупкий, вот под давление земли, можно сказать, он маленечко просел, здесь оно выломалось. Лучше это делать короб из дерева. Из дерева это 30-ка доска, отлично, она защитит. 20 на 20 короб делать. Сверху тоже деревянную крышку сделать, тоже 30-ку или 50-ку. Я это все дело обволоку где-то сантиметру 10 землей закидывал. И больше ничем я не утеплял. Вот как видите, сохранность отличная. Вот корневая система, все равно я пенопласт этот буду удалять, как мы сейчас увидим. Вот оно. Ну, до штампа еще далеко, наверное, потому что, ну, не далеко, вот там уже штамп начинается старого. А что было за сорт винограда, на какое дело штамп, я не знаю. Это было тоже кишмыш какой-то, он потом преобразовался в костлявый какой-то. Мне не понравилось, решил просто испытать, будет ли в нашем регионе приживаться прививка поздно осенняя. Как мы видим наглядно, прижилась и неплохо. Почки все, вот как мы видим, хорошо набухли. Вызрели. Ну, конечно, я делал вовремя подкормки все, калий, магнезия, фосфор. Все это оно дало знать. Вызревание лозы отличные. Конечно, такое сохранять я не буду, потому что она тонкая тут. Тут где-то миллиметров 5. Ну, вот где-то в этом месте я ее обрежу. Почек 6-7 оставлю, а потом весной еще раз выломаю просто зеленые те побеги, которые мне не нужны. Сформирую 4 рукава, если все будет благополучно. И так оставлю. Если будет плохо развиваться, потому что прививка сделана на штамп куста слаборослого, и не знаю, как она пойдет. Но думаю, что пойдет. Вот как мы видим наглядно. Так что не бойтесь и в наших регионах Воронежской области делать спокойно прививки даже осенние. И то я еще думаю там делать прививку на днях, хоть сегодня 22 октября. В южных регионах до этого времени стараться уже не делать, но я попробую еще сделать. Все равно куст от Лидии розовой будет выкорчевываться, и на нем я все равно в штамп хочу сделать прививочку. Будет ли она сохранена или нет? На улице сегодня плюс 5. Заморозки уже несколько раз были. Ночью опускается температура до 0, до минус 2. Вот как мы видим итог наглядно моей прививочки. Всем желаю успеха тоже и в прививочных работах. И не бойтесь, начинайте делать прививки тоже смело. Не бойтесь, утепляйте хорошо, она будет спокойно приживаться. Не приживется, ничего страшного. В это место можно посадить весной хороший саженец. Вот и все. Может, это видео было кому полезно. Подписывайтесь на канал, если кто желает узнавать новости о добавленных новых моих видео. То подписываемся на мой канал. Всего доброго, до свидания.